Джейми Оливер на своей кухне может приготовить любое блюдо, которое станет украшением стола. Давайте доверимся мастеру и приготовим по его рецепту жаркое из говядины с овощами и темным пивом. Как приготовить говядину от Джейми Оливера? Смотрите в пошаговом рецепте. Кусочки говядины тушатся с овощами и пиве. Мясо получается нежнейшим, ароматным и очень вкусным. Угощайтесь. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Мясо промойте под холодной водой, обсушите, нарежьте на кусочки по 2 см. Овощи вымойте, очистите. Лук нарежьте полукольцами, морковь, сельдерей и перец, кубиками. В сковороде разогрейте оливковое масло, обжарьте овощи до золотистого цвета. Мясо обваляйте в мелкие, добавьте его в сковороду к овощам, обжаривайте до румяной корочки. Вкусняшки, подписавшимся. Добавьте томатное пюре, готовьте еще пару минут. Добавьте соль, черный перец, лавровый лист, влейте темное пиво, доведите до кипения, готовьте до загустения соуса в течение 30-40 минут. Подавать можно с картофельным пюре. Приятного аппетита! Жду ваших лайков и комментариев. Нам понадобится: говядина 500 грамм, пиво темное 500 миллилитров, морковь 1 штука, лук 2-3 штук, сельдерей черешковый 100 грамм, перец болгарский 1 штука, томатное пюре 400 миллилитров, мюка 1 столовая ложка, масло оливковое 2 столовые ложки, лавровый лист 1 штука, розмарин 1 штука, веточка, перец черный молотый по вкусу, соль по вкусу, количество порций 4. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. До свидания, друзья.